Ребята, всем привет, с вами Александр, и нас ждут чудовища глубины, но мы туда, в общем-то, пойдем, два боя закончим, и потом попытаемся еще здесь что-то сделать, ну, хотя бы один бой, может быть, два мы пройдем. Из хищника у меня остался, как видите, только один индораптор, вот там еще вот Гаргазух освободился, не, Метриофодон освободился, да, но у меня есть амфибии, так что будем пытаться как-то там с ними разобраться, да, ну, сейчас давайте для начала мы зайдем вот сюда. Вот так вот, там он подменится. Вот так вот. И кого еще там взять? Ну да, сложный такой вопрос. Кого взять? Вот самый неудобный вариант. Ну, блин, наверное, еще пещерного взять. Давайте будем разбираться. Кусь. Кусочек Далихренхопса откусим. Так, мегалодон там за один укус хоть не сожрет. Не, не съест. Аллилуйя. Прям два поставил. Атакуй! Молодец! Молодчинка! Так. Что будем делать дальше? В принципе... Раз, два, три... Ну, я пробил, пробил, пробил. Нет! Блин! Соточка хелсов, блин, обидно-то как. Просто не помню, у него оставалось там. Блин, еще и перенес он, да, один балл. Ну, а, то у него не было этого балла, ладно. А, был таки все-таки, ёшкин ты кот. Ну, атакует он по полной. Так, ну сейчас надо нам как-то тут распетлять. Раз, два. Блин, ну все четыре, ребята, ставлю, потому что, мне кажется, я ну, 1700 жизней банана Гмиуса, это, конечно же, очень мало. И... Не, ну я выдержал бы, конечно, но не стоило на это рассчитывать, что такой слабый удар будет у Дункаста. И мы все сделали правильно. И две рыбешки сейчас проясняют, кто из них более костылявый. Кто вам больше нравится, ребятка, Дункресте или Банана Гмиус? А я свое мнение напишу в комментариях. Так, бой номер два. И бой номер 3, как говорят французы. Баталь 3. Так, хайнозавра. Ну, возьмем. Вообще, так это ты вообще легкотня какая-то. Так, а что у нас есть из экзотики? Вот кто у нас есть из экзотики. И мне хотелось бы взять, знаете кого? Блин, у меня нет мозазавра. Я до сих пор не создал 40-го мозазавра. Ну, ладно. Помчались так. Так, укус больше половины жизни, значит, можно атаковать. А ему не на кого подменяться, он будет просто сейчас уничтожен. Ну, еще и подменится на... кто там у нас? Плезиозавр. Потому что аммонит вообще не в дугу. Плезиозавр.
Атака на 3, пробил, да? Ах ты ж гаденыш. Но ничего, у нас тут все по плану. Все по плану, целых 3 балла. Что-то пошло не по плану. Кстати, еще можем мыслиться, ребята. У него-то 6 косарей, это больно. Но ему нужно атаковать на 2 из 4. А я его за 2 пробью, не пробью, пробью, не пробью, пробью, не пробью. Пробью. Ух. Фартануло. Он еще и поставил не полностью все в защиту. Так, выдохнули. Теперь давайте вдохнули. И давайте посмотрим по амфибиям. Попробуем, как обычно, амфибиями. Начнем с нашего рекордсмена, да? Стапозавра. Престозуха. И, ну, давайте вот этими тремя пойдем. У них у каждого жизни в 3 раза меньше, а то и в 4 даже раза меньше, чем у пахигалозавра, да? Но удар, конечно, посильнее. Давай наш гладиаторский чемпион, Стапозавр. Эх, не судьба победить ему троих. Ладно, придется его слить. Не оправдал надежды. Хотя нет, смотрите, он защиту поставил 2. Только что. И пробил таки. Нет, не пробил. Ха-ха. Ну, по крайней мере, своего он забрал. Еще 4 балла перенес. Победа отличная. Давай, бойся меня. Да, он испугался. Магическая цифра 2, черт подери, нет, он поставил 4. И теперь он знает, что у меня, он атакует меня на 3. Кто бы мог подумать, да, что он прям 4 балла в защиту поставит. Раз, два, три... 4. Еще опять перенес гаденыш балл 1. Так, ситуация становится волнительной. Ну, ему нужно атаковать на все 5. Да, нормально, все отлично. Так, ну индораптор 2 может пробить, а 3 это вопрос. Так, ну, на 6 насобирали, нормально. Но у меня еще Горгазух есть там, да, крепкий парень. Ну, сейчас будем что-то пробовать. Будем сейчас, ребята, пробовать. Есть Метриофадон еще. Но это нужно сделать. Давайте вот такой вот пойдем странной компанией. Но это будет тяжело. Но мы попытаемся. Нормально. Держим оборону.
Так, все хорошо. Все отлично. Раз, два, три, четыре, пять. И он меня будет атаковать на два. На три. На три, ребята, это очень важно. У него будет удар меньше тысячи. Ну, ладно, 1049. А у меня 1160. Вот на все три сейчас атакует. Это очень круто. Я думаю, ну мы и следующий бой затащим. Да, у нас там и Горгазухи, и Индораптор максимальный остался. Фу, следующий бой будет еще проще, чем этот. Наверное. Раз, два, три, четыре. 17, блин. А. Так. Забираю свои слова обратно. Нам сейчас хана. Он атакует меня всего лишь на 2, наверное. На 3. На 3 проатаковал. Ай-яй-яй. А мне приходится все 4 балла поставить в защиту. Но он меня сейчас на все 4 проатакует, и тогда все нормально. Пальцы накрест. Да. 4 у 4, 16. Это наша единственная была возможность, ребята. Единственная. О, фартануло. Кто, ребята, считает, что фартануло, ставим лайк. Так, ну а здесь как бы все должно быть легко и просто на самом деле. Ну это вообще будет легкотня, ребята. Ставим Крутозавра. Горгазуха. Ну на самом деле здесь даже Индораптор не нужен. Ну ладно, специально для вас возьму Индораптора. Я знаю, что вы хотели бы увидеть Индораптора. Но он будет просто отдыхать в сторонке практически. Так, ну Крутозавром лучше вообще не атаковать. На все 5. Ну да, это минимум. А так бы не пробил. Ну, 9000 Горгазух особо не боится. А так... Даже не буду защищаться. Ну, сейчас сразу же можно уничтожить второго. Ну, пробуем. Три таки поставил, гаденыш. Но он все равно нас не пробьет. Ну, я так думаю. Один балл приберег. Ну и ладно, проатакуем тогда уже Индораптором на все 8. Но можно было бы и без него. Я мог бы сейчас поставить в защиту 3 и победить. То есть реально хватало одного Горгазуха. Практически любой амфибии там. Юха-ху. Да, еще тут рулетка, блин, даже не гарантированных 1500 очков доверия. А нам попало вообще и того половина, 700. Тихо, я сказал.
Ну, вроде как все, ничего такого у нас пока что, ребятки, нет. По новостям ничего еще. Ждем, в общем-то, ждем. А, вот, ну, ждем вот эту вот змею непонятную. И до скорых встреч.